Всем привет, Доминоники, у нас с вами сегодня Stray Kids All In Music Video. Вышло оно 2 дня назад на канале Stray Kids Japan Official. Короче, какая-то, скорее всего, японская песня, я не знаю. Я просто решил такой, зайду-ка я на Stray Kids канал, посмотрю, может, у них что-нибудь новенькое вышло. Вроде как вы мне писали в комментариях, что у них должен еще выйти клип на песню Be Me, которая с альбома, который последний, который камбэк у них, Be Me, песня классная. Вот, на нее будет клип, но я посмотрел, там как что-то написано All In Music Video, и на нем уже там 3 или 4 миллиона просмотров за пару дней. Короче, просто давайте заценим. Старики сделают бомбезные песни, просто разносят все подряд. Подписывайтесь на канал, еще не подписаны. Ставьте лайк, комментируйте, ссылка на плейлист с остальными реакциями. Клип будет в описании под видео. Погнали! Я просто не понимаю, как они успевают все это делать. У нас 2 Феликса теперь. У нас... Теперь стоя Феликса должны тоже клонировать. Но это же 2 Феликса, я так понял, да? Кстати говоря, в клипе Энни они тоже играли в покер. Ну это вот недавно они снимали, потому что у них такие же притчи у всех. Что? Они ограбили банк совсем уже? Точняк. Тут типа все меньше и меньше становится. Это просто разъеб, я не понимаю, тут без мата вообще никак. Молиться на переходы. Что это такое вообще? Господи, почему в последнее время мы с вами смотрим клипы, где монтаж на ШК вообще на нереальном уровне? Он сделал сами такой красивый, такой шикарный, такой горячий. Они выступают перед людьми с плакатом, что их ищут. Гениально. Это просто разнос, что это? Вот как? Охренеть, какие переходы потрясные просто. Все, сейчас им капец. Сейчас повяжут по-любому. Ну либо они... Прикольно сделано. А, all in, типа. Типа ставят все. Я понял, название. В чем прикол вообще? Бля, как же качают их песни, я не понимаю вообще, как они это делают. Это самый ржущий момент, что это за... What? Бля, смешная песня на самом деле. Это чисто стёпская такая песня. Мощная стёпская такая песня.
Такие опасные. Сидят 8 опасных гопников. По-любому. Короче, песня. Песня, она смешная. Видно, что она сделана чисто здесь с целью такой. Ну, во-первых, она сделана очень клево, и сам клип, он тоже, опять-таки, у них шикарный, и картинки, и все эти вот переходы, все эти вот прикольные штуки, которые они просто очень любят делать. Но именно видно, что песня и какие-то моменты с клипа сделаны чисто, чтобы поугарать. Например, вот эта вот вставка с началом из любой серии аниме, и вот этот «What?» — это прямо сделано, чтобы чисто заугарали, пропустили какой-нибудь горячий момент. Но суть в том, что сделано очень-очень классно и качественно, и опять-таки это все качево и просто разъемно, как говорится. Вот. А Stray Kids вообще никак себя не... Марку, как говорится, держат по-любому, вот, и заставляют своих стеев умирать при каждом новом клипе. Все. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки, комментируйте, ссылка на плейлист с остальными клипами будет в описании под видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления видео, все ссылки на все соцсети будут в описании под видео. Всем до встречи.